Раслин Торос, выдающийся армянский художник-миниатюрист. Годы жизни, к сожалению, неизвестны. Торос работал в Киликийской Армении во второй половине XIII века. Творчество Раслина является вершиной Киликийской школы книжной живописи. Он мастерски владел композицией, прекрасно передавал движение человеческой фигуры, обладал богатой палитрой. Его письмо отличается исключительной тонкостью. Сохранилось 7 иллюстрированных рукописей, подписанных Раслином, и несколько приписываемых этому художнику. Среди них «Чашоц» или «Богослужебная книга» царя Гетума II, а также «Малатийское Евангелие», относящееся к 1268 году. Эти рукописи – настоящий шедевр мастера. В них имеется несколько сот миниатюр и книжных украшений, в которых отражены черты нового стиля живописи, не характерного для средневекового мировоззрения. Персонажи изображены очень жизненно. Художник стремится передать их настроение, душевное состояние. В орнаментальных мотивах присутствуют невиданные растения, сказочные животные, причудливо объединенные в общие композиции. Основываясь на лучших традициях книжной миниатюры, Раслин Торос открыл новую яркую страницу в истории армянской и мировой миниатюрной живописи.